Всем привет, канал Ирина Цветики. Продолжаем обзоры из магазинов, предпраздничных магазинов Краснодара. Сегодня мы в торговом центре Азмол, магазин Оби. Ну, везде букеты праздничные. Красота. Каждый год говорим, ну, всегда бы так. Все цветы завалены. Ой, все магазины завалены цветами. Приятно ходить, приятно познавать весну, праздник. Ну, посмотрим, что есть. Вот такой пестренький. Не знаю, тукан или как бы другая разновидность. Это офигеть, розовый, желтым языком, с оранжевым. Желтым это солинок, а это... Есть несколько названий. 899 рублей. Ну, скажем. Ну, это праздничные цены. Хотел сказать, если бы подешевле, женщины, сколько нам могли набрать себе на праздник. Вот еще с оранжевым язычком. Тут, по-моему, с одним цветоносиком. Линоксисы. Ну вот красивый. У кого нет, в принципе, можно. Отличная корневая, такие полусухие, не залитые. То есть у них все хорошо. Ну, все равно нужно рассматривать. Смотрите, какой пестрый беглипчик. Его отставили в сторону. Стоит сам по себе. Но потом, как выяснилось, потому что у него цена там в два раза дороже. Букет тюльпанов 229 рублей. Сколько тут? 5 штук маленькие. Вот желтенькие, красиво, да? Красный с желтым. Снова появились вот анцидиумы с ветшуга. Не знаю, заказ как бы действительно нет. Вот показываю, смотрите. Но тут я цены не нашла. Вертела, стояла тут туда-сюда. Думаю, да что ж такое? Ну, цена потом нашлась в зале, ну, в цветочном отделе. Это стоят перед кассами, прямо на входе, на выходе. Вот, кто забыл цветочек купить, чтобы купили. Тут на анцидиумы цены нет, но анцидиумы довольно хорошие. Розеток много, кустики пышные. Вот, если еще в силе ваш заказ, ну, знает, кто меня просил купить, пожалуйста, пишите. 6600 рублей. Вот ванды в больших стеклянных вазах. Ну, если мы видели уже по 12 тысяч и по 10, то значит недорого. Майя. Смотрите, попалась сортовая орхидейка. Майя. О, хорошая корневая, сухенькая. Приятный сюрприз. А вот бернандета, по-моему, одна из разновидностей. Тоже очень приятно встретить. Так, почему же ее не взяли? Корней не видно. И розетка вот так закопана, прям закопана. Ну, если очень захочется купить, можно слегка с корот отдвинуть, посмотреть, в каком состоянии шейка. Бывает закап. Вот 3699 рублей. Это кто у нас? Это цимбидиум. Ну, цимбидиумы здесь крупные, высокие. Цветы очень такие впечатляющие. Крупный размер. Ну и цена, соответственно. Ну, недалеко она ушла от самых дешевых, скажем так. Около 3000 все равно. Или 3 с небольшим. Ну вот еще бернандетта. Темненькая. Тут больше светлого. Не знаю, тоже заказывали мне бернандетту, не срочно. Тарина вот желтый. Тарина яркие, красочные. Вот с белым языком розовая. Очень эффектно смотрится.
я не вижу. Так, ну что тут у нас еще интересно? 900 рублей. Герберы. Обойдем стол просто, наверное. Или людей. Гиацинты пахнут, гиацинты очень сильно на весь зал, скажем так. Такие желтые. Ну, желтые да, реже встречаются, конечно. Крокусы. Так, так, крокус 299 рублей. Крокусы тут в бутонах в основном, но это неплохо. Ну, я вот выбрала кустик домой и с бутонами. И это, ну, цветы сразу отцвели, держала в холоде. Красота какая, тюльпаны, хризантемы. Ну, поскольку я выбрала с бутонами, вот 8 марта расцвели новые. Так что оказалось, что все-таки букет, а не просто палочки. Еще дали еще другие новые бутоны. Так что хорошие кусты, такие жизнеспособные, веселенькие, растут, цветут. Еще один стеллажик. Посмотрим. Ну, это, как сказать, передовые ряды. Обе. Потом пойдем, пройдем в зал цветочного отдела. И там уже посмотрим и цены поближе. Все остальное. Тоже вот антифлорки пестренькие, вот есть розовые даже мелкие. Ну, скажем, все равно вот раньше обе просто, я почему-то глянула специально, он просто поражал, он настолько был заставлен орхидеями, все отделы, все проходы. Башмачки слегка вянут, но розетки крупные, неплохие, там вот кое-где есть. 2500 рублей. Такой башмачок. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы их оценили. Ну, они цветы повяли, но еще держатся. Ну и праздник же. Поэтому они стоят за полную стоимость пока. Ну, есть надежда, что будут на оценке. Буду посматривать. Если кому-то нужен башмачок, пишите. Так, еще одна бернадетта. Ну, красивая. Красивая. Сухая. Орешки есть. Стволик вроде тихий. Ну, я так детально не рассматриваю, конечно. Когда просто обзор делаю. Рассматриваю, когда при покупке. Фиолетовый, крупный, красивый. Тут отставим нашку. Ну, вот они стоят в других отделах. Это, по-моему, отдел сантехники. Подходить очень трудно по одному, скажем так, между коробок и всем остальным. Ну, вот женщина там выбирает, я снимаю здесь. А я не договорила, не только все проходы, коридоры, другие отделы, весь зал был заставлен этими тележками трехэтажными, везде орхидеи, 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 и столько сортов, какие-то новые, это было, ну, просто упоение счастья. Ну, сейчас тоже много, но такого великолепия, конечно, нет, как в былые годы. Хочется найти что-то новенькое, естественно, необычное. А вот смотрите, Манхэттен. Или розовый дракон, скорее всего. Ну, корешки есть. Такие слегка. Может, просто мокрые торфи, по-моему. Цвет. Да, это дракончик.
красный пионер. Всем ребятам пример. Будет много бернадетты. Поэтому уточните, какую вы хотели, какую мне заказывали. Их там 4 или 5 разновидностей даже. От светлого до самого темного с небольшими вкраплениями. Поэтому тут вот и можно было выбрать. Но я вот растерялась, у нас не согласовано было какого-то цвета. Ну, темного, да, ну, есть больше белого, есть меньше белого. Какой именно нравится? Ну, 900 рублей, да. Белые великолепные, крупные кустики. Ну, и сказали, торопиться не надо, может, потом подешевле. Ну, вот, может быть, и будет подешевле, конечно, когда они начнут отцветать. Ну, вот, наконец-то добрались до отдела цветочного. Вот я вам скажу, вот эти все, что стоят там, качельки, карусели, эти качалки. Это все было заставлено, вот это пространство трехэтажным. Просто протискивались между стеллажиками. Это было что-то. Ну, в этот год, видимо, решили скромнее. Покупательская способность сейчас меньше. Вот беглипчик белый, смотрите, с крапушкой. Может, тут поинтереснее взяли. Ага, потому что раньше часами мы вот копошились в этих орхидеях и находилось что-то действительно редкое, интересное. Ну, в миксах сортовое. Лудизия. Лудизия, вот не знаю, свежий привезен, а тут даже шатается что-то. Видите? Покачивайте, пробуйте, как крепко держится, или тут выдернули. Не вижу цену. Вот, собираются цвести. Минички. Ну, минички самые простые, розовые, белые. Сейчас пойдем посмотрим. Темно-фиолетовые. Даже мукола в этот раз не одну. У меня заказ остался с прошлого года. Муколу купить. Ну, за всю зиму я не встретила нигде ни одной. Вот надеялась на весну. Не нашла я на обзоры, пусть предпраздничные. Это вот еще один розовый дракон. Пойдемте же на стол. Тут немножко людей стало поменьше, скажем так. Что тут самое интересное? Пятнашки белые. В общем-то и ничего. У нас такого особенного. Какие-то, или я их не узнаю, они бледненькие, или это другой сорт похоже на него. Белая красивая гроздь. Башмачок. Может, тут цена есть. Башмачок с одной розеткой похоже. Или там что-то лезет. Еще. Ага, вот кто-то вскрыл этот пакет. Все-таки 1800 рублей цимбидиум. Ой, простите, анцидиум свитшуга. Тут он почему-то стал вянуть. Что-то у него нарушено. Адаглоссум. Ну и они идут камбрия микс. Это адаглоссум, по-моему. То есть с малиновым язычком. Другие вот там камбрия. Мультифлорка такая. В маленьком стаканчике 1400 рублей. Корней не увидела. Камбрии самые обыкновенные, часто которые привозят. Вот беглипы пестренькие. Цена
2700 рублей. Вот поэтому его донесли до кассы и там поставили. Какие интересные камбри, вот еще лет 5 назад, вот в Убе, это можно было просто между камбриями разорваться сердцем и выбрать что-то было невозможно. Настолько были красивые, необычные, ароматные, один лучше другого. Сейчас вот самое, или мне так казалось, я уже сейчас глаза замылились, пригляделась, но вот эти вот оранжевые, коричневые камбри, они в принципе остались, только они. Ну вот еще красная там, бульбиара, встречается в разных вариантах, розовая там, с другими оттенками. А вся остальная красота, какие были звезды, что там говорить, да, раньше все было лучше. Еще башмачки стоят в стороне, башмачки, по-моему, по 1500. И по 2,5. Вот простите, у меня уже вот по магазинам обзоры, честно говоря, уже цены все спутались в голове. Ну вот красавица, еще нашла один стеллажик в углу. Пиратик. Это в миксе все, цена какая интересная. 999 рублей. Ну, вот. Неплохой микс, похоже на люксурную, губа, говорю, не дотягивает до люксура, немножко другая. Пошли вот, нет, это не чармер, очень похоже на не чармер. А может так у него полыки в крапушке расположились, ну нет, нет. Ну, фактура и очень похожая. Фактура и расцветка. Такая красота. Тоже на камере не видно. Они выпуклые. Прямо вот эти. Крапушки. Вот блестит видно, да? Темно-бордовая, она блестит. Тут еще у нас минички. Да, Настя, давай глянем. Если они хорошие, крапушки стоят. Ну, тоже самое новинное. Не, они ходят. Она будет расти? Конечно. Я когда-то 8 марта, ну, давненько, говорю, купила здесь шикарнейший куст Violet Clima. Весь покрытый вот сиреневый. Вы помните Violet Clima? Там вот эта флорка такая. У нее фиалкового цвета. Так, 969 рублей в Лудизии. Ага, вот цена в Лудизии. Ну, куст был просто шикарный, большой, ну, для его сорта такой, весь пышный, очень много листьев, стволик, все было отлично, весь облеплен этими фиалковыми цветами, ну, это я себе купила подарок, ну, он очень хорошо цвел месяц-два, потом стали засыхать, ой, беглипчик такой, цветочки, ну, это что, естественно. Вот, потом цветоносы сразу он стал съедать. И как-то я вот промухала от цветоносов. Засох, стала как бы желтить и шейку. В общем, он у меня после цветения моментально погиб, рассыпался. Вот. И я вот зареклась весной брать что-то очень сильно дорогое. Возможно, он был поражен. Я там очень долго охала и спросила советы в интернете, мне много писали, что и как. Ну вот, или они подмораживаются, вот эта поставка весенняя, или что. Ну, куст был великолепный вообще, и я же еще выбираю, ну, не придраться было. И месяц он стоял, все ничего, потом моментально рассыпался и все. Поэтому, может быть, люди не так берут хорошо, ну вот примуки смотрим, вот эти на 8 марта. Весенняя поставка, может быть, поэтому и сократили, вот, а может быть, в связи там с санкциями или с чем другим. Намного меньше завоз, не так шикарный, не так вот великолепный, но все равно цветов много, все равно других, разных. Вот, примулы. Вот такие желтые у нас в лесу сами по себе. Ну, а цветные, конечно, красота.
Так, тут еще букеты у нас, цикламены еще. Вот уже пошла на выход, хотела выключать камеру, а тут еще полочки с орхидеями. Ну, правда, ничего нового, по-моему, тут не нашлось. Ну, хотя бы объем поставки показать. Ну, еще раз повторюсь, намного скромнее цветов, намного, чем другие годы предыдущие. 900 рублей. Может, уже выбрали самое интересное, не могу сказать. Так, еще вот на выходе этот столик. Что-то там у нее вот. То ли цветонос старый засохший. 999 рублей. На выходе тоже. Ну, цены разные, но дорогие только вот гибриды. Ну и цимбидиумы. Ну, цимбидиумы большие. И кусты. Просто букетище, если вы что-то там подали. Мультифлорка. Вот такие обычно раньше встречались варигатными листьями. Это были листья обыкновенные. Варигатные листья тоже очень красиво смотрятся. Тут вот великолепные, да, дымовые, темные. А вот у нее с белым прокрас. То есть вариантов встречается множество. Мне надо все-таки уточнить, какой именно вариант вам больше всего нравится. Это я обращаюсь к моей заказчице, которая просила купить надежду. Вот еще вариант. Ну их много достаточно. А вот похож на Санта-Клауса. Немного пестрова для него, мне кажется. Тут и Минечка. Тут, походу, все вот идут кассам и оставляют, потому что тут какой-то сборный микс из всего. Стоит все подряд. И мини, и мультифлорки, и стандарты. Какая красота. Бобы. Вот очень хороший экземпляр какой-то. Качки хорошие. Это, я смотрю, по-моему, Санта-Клауса. Думаю, а почем же он? Тоже 999 рублей. Ну, неплохо. Для него неплохо. Такой бегличек. Еще раз всех с весной, с праздником. Хочется пожелать. Ну, вот торговый центр «Озной». Всем здоровья, оптимизма. Перезимовали, идет лето. Всем спасибо. Пока-пока. До свидания. Канал Ирина Светит.